Морозиво все одно для нас звучить трохи дивно. Але цілком можливо, скоро і ми спробуємо кабачковий холодний десерт. А поки що давайте разом вчитися готувати смачний салат із овочів, мідій та кальмарів. Смак буде фантастичний. Доброго ранку всім тим, хто вже готовий розпочати свій день в гарному, смачному настрої. Этим утром на нашей кухне будет маленький кусочек моря, потому что готовить мы будем салат из мидий и кальмаров. Я сразу начну нарезать кальмар. Прежде чем я буду их нарезать, я делаю вот такие насечки. Теперь просто нарезаю. А теперь для нашего морского салата я нарезаю соломкой огурец и помидор. И я удаляю мякоть с косточками. Так. Ну и пекинская капуста. К огурцу и к помидору будем обжаривать кальмар. Выкладываем наш кальмар. Очень важная деталь. Кальмар, что бы вы с ним ни делали, какой бы вы термической обработке его ни подвергали, ее не следует проводить больше 2 минут, потому что в противном случае он просто станет резиновым. Вот если бы я не сделал надрезы, то вот так бы красиво, смотрите, как он красиво свернулся, таким равликом. Ой, смотрите, как красиво. Сразу у нас форма приобретается. Я сейчас должен добавить немного соевого соуса. Это отличная альтернатива соли. Красоте необыкновенная. Все, хватит, снимаю. Один из главных ингредиентов – мидии. Для этого салата нам отлично подойдут мидии в масле с травами, предоставленные торговой маркой «Водный мир». Они подчеркнут изысканность вкуса. И теперь добавим еще немного соевого соуса и дадим мидиям пропитаться. А сами пока приготовим заправку для салата. Французская горчица, 2 столовые ложки. Так. Заливаем 2 столовыми ложками растительного масла и добавляю 5 капель лимонного сока. Хотел бы особенно сегодня подчеркнуть пользу морепродуктов. Мидии, например, их вполне можно назвать истинным, самым настоящим источником здоровья. Там содержится неимоверное число там всяких аминокислот, витаминов. Вот, например, те самые витамины, которые делают наши волосы сильнее, более блестящими, и кожу более упругой. Теперь соединяю обжаренные кальмары. Так, мидии. Так, вот теперь заправочку хорошенько перемешиваем. Так, я попробую. Так. Конечно же, можно украсить еще яйцом. Можно куриным, но вот мы сегодня, знаете, так решили шикануть. Купили немножко перепелиных. Они, конечно, подороже будут. А сверху можно посыпать еще кунжутиком вот так вот. Согласитесь, пожалуйста, выглядит прекрасно. На вкус еще лучше. Приятного аппетита и хорошего настроения вместе с торговой маркой «Водный мир». «Водный мир», коли корисне, таке смачнюще. З вами був Олексій Суханов та найсмачніша рубрика «Ранку з Україною». До зустрічі!